Видите, два народных средства, о которых мало кто знает. Первое, от головной боли. Разболелась голова, съешь кусочек тыквы или тыквенных семечек. Есть даже старая поговорка: заболела тыква, съешь тыкву. И второе, конечно же, от запора. Если тебя мучает запор, тебе нужно сделать крепкий настой дристотела. Выпиваем один стаканчик, все. Выйдет все, как на праздник. Пользуйся.